Ask not whence the thunder comes. For between heaven and earth is a perilous place. Состоялась премьера ленты «Джек. Убийца великанов», поставленная Брайаном Сингером. В главных ролях Николас Холт и Эленор Томлинсон. For the seeds of revenge to grow. I saw your lies and I'm lost. What are you doing out in this nasty weather, Your Highness? The original story. Это давняя история, на самом деле предельно простая, без двойных смыслов. Это очень известный миф, точнее легенда, и мне нужно было найти возможность сделать из характеров одномерных, воплощающих архетипы, персонажей объемных и неоднозначных. Основная нагрузка ложилась на драматургическую основу. Требовалось найти нужную интонацию рассказа. At last, mankind have returned. You're uglier than I remember. Мне, когда я получил сценарий, очень понравилась именно неоднозначность персонажа, роль которого мне предложили сыграть, потому что характер в фильме такого рода просто не имеет права быть плоским. Когда я закончил сценарий, я понял, что с драматургической точки зрения тут все получилось как нужно. Я долго искала, с кого бы мне взять пример, работая над ролью, и в какой-то момент поняла, что Сигурни Уивер должна стать для меня эталоном. Сильная, самостоятельная, уверенная в себе и в то же время хрупкая и женственная. На российский экран, как сообщается, фильм «Джек. Убийца великанов» должен выйти в третьей декаде марта. Not at all. Who are you? It's Jack!